Как правильно выбрать световую температуру светодиодной лампы? Светодиодные лампы могут излучать теплый или холодный свет, как солнце в разное время дня. Меняя цветовую температуру, можно менять настроение. Теплая белая тона – это привычный мягкий свет. Его яркость можно уменьшить, создав расслабляющую и уютную атмосферу. Более холодный оттенок применяется для рабочей обстановки, которая придает сил и повышает сосредоточенность. Цветовая температура каждой светодиодной лампы Philips четко указана на упаковке. Правильный свет меняет все.